Обычно в новом году. Ну, наверное, счастья, радости, успехов. А что пожелают люди сами себе, вы узнаете в вопросе Иры и Гали. О, сессию дать в втором семестре. Да, я. Ну, учеба, конечно. Ну, ладно, финансы будут еще. Не, мне не просто. Постепенно. Действительно, главное учеба. Ну, чтобы все близкие здоровы были. Ну, не обязательно в новом году, а всегда развиваться, расти. В карьерном плане, так и, так и в личном. Не штиковься, чтобы все нормально было. Даже не знаю. Что движение наводились там? Отлично отметить его в новом году. Хорошо учебу, чтобы не было долго. Спасибо. Не знаю, хорошую учебу. Ладно, могу не выключить. Счастья, успехов. Сессию закрыть хорошо. Ой, я пожелаю себе успехов в учебе в первую очередь. И не знаю, чтобы здоровье близкие, здоровье себе, успехов всем остальным студентам ДВФУ.